Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Давай-ка заберем свои награды, которые успели уже сделать. Так, собрали мы моды, потратили еду. Так, сделку я еще не сделал. Так что давай посмотрим. 1137 очков доверия поменять на почти миллион еды, я думаю, не стоит. Нондазуха покупать за 630 долларов — это бред полный причем. Статую Трицератопса поменять на деньги, я думаю, тоже не стоит этого делать. Гигантозавра поменять на еду. Редкого не надо. Так, ДНК на Центр естественных наук. Ну, вот это можно было бы, конечно, сделать, но у меня не хватает ДНК, если честно. Поэтому давай смотри здесь. Станция связи. Вот ее, пожалуй-ка, я обменяю. У меня их много, эти станции, поэтому как бы ничего страшного. Очки доверия на доисторический парк — это все фигня. Так, что у нас тут? Водоплавающие, здания, монеты. Можно обменять, получается, верно? Давай-ка я начну с водоплавающих. И, к примеру, я выберу протостегу. Поменять на очки доверия, ДНК. Давай на ДНК, сколько дадут? 727, хорошо, хорошо, ребята, давай обменяем. Новая сделка, нет, пожалуй, это не надо. Вот если бы я был VIP, ребят, я бы мог бы еще что-нибудь здесь сделать. Так, ну что, самое интересное начинается, это именно события. Смотрим, какие у нас тут открыты, схватка редких. Плюс у нас есть птерозавры, минимум один мод. И, ну, саламандра, это понятно, и дрожь земли. Продолжение арены. Ну что, попробуем зайти на птерозавры. Так, залманодон. Две штуки. Плюс тропиогоптер. Да. Ну что, попробуем, друзья. Берем, короче, уэрхозавра. Стегоцератопса. Стегоцератопса. И можно, наверное, взять еще какого-нибудь летунчика. Эдиоморфодона. Так, что у них тут за моды? Кровотечение. Так, вот этот мод, по идее, нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Заблокировать. Так, заблокировать. А у меня, наверное, нет такого мода, да? Вмешательство. Подожди, это же он? Да, отключаем мод вражеского бойца. То есть мы отключаем. Это в первую очередь. Дальше надо нам как-то... Это что у них идет? Увеличивает урон на 15%. Плюс ОЗ у всех на 15%, да? Увеличивает. Так, что же нам тогда здесь можно предпринять? Ну, можно взять, например, сюда кожу стальную. Первый урон, как ты видишь, понижается на 50%. Берем. Так, клон. Это что у нас? Копирует показатели атаки и здоровья противника. Это нам, наверное, вот надо будет на Эдиоморфодона сделать. Ну что, погнали. Друзья, попробуем здесь подраться, отбиться. Так, мы отключаем мод. Ну, ты видишь, у них кровожадность. Ага, и плюс несокрушимость. Не очень, конечно, хорошо и приятно, но будем бить. Так, пиагоптер получил удар. Интересно, он будет меняться или все-таки решит атаковать? Прям в лицо. Угу. Атаковал. Так, не забывай, что он один бонус еще взял себе. Поэтому, если он взял два... Боюсь, мы не выдержим, поэтому надо делать вот так. Что он сейчас будет? Опять копить? Или меняться? Атакует. Так, друзья мои, он все слил, да? Все, что у него было, поэтому... Раз, два...
3. И плюс мы с тобой возьмем еще бонус. Ну что, трапегоптера в топку. Сейчас мы посмотрим, сколько вот у этих ребятулек. Да, здоровье, конечно, дофигища, ребят. Заблокировали сразу же ему мод. Ну, понятное дело, что он сейчас, наверное, нас, да, сольет. Ну, дальше-то ему не поздоровится. Я сливаю абсолютно все. Хотя... Вот так сделаем. Ну что, ему крышка? Этому Залмадону? Залманадону, вот так вот правильно будет говориться. Не забывай, что у нас броня. И он все сливает. Ой, все, ему крышка, ребят. Ему крышка, мы выжили. А теперь прописываем по полной программе ответочку. Лови, олух. Ну что, я поздравляю нас с первой победой. Это еще далеко не конец. Это еще только самое начало. Нам предстоит еще два поединка сделать. Естественно, противник будет все только крепче, лучше и сильнее. Давай глянем, что у нас дальше. Арамбургиана. Орнитохейрус. Две штуки. Так, а это у него что идет? Отключает мод. Ах ты, жук ты, а. Ну что здесь можно предпринять, ребята? Взять, естественно, анкилодока. Взять апатозавра. И можно еще взять, в принципе... Хм, сколько он стоит на откат? $107. 107. Может быть, Тенкалагрюса взять? Или же Эдиоморфодона? Можно взять Птеродактиля, кстати. Слушай, а по-моему, здесь сейчас нужно будет два летающих брать, насколько я помню. Так, подражание. Заменяет моды вашей команды модами вражеской. Заменяет моды вашей команды, то есть моей команды, да? Давай. Сделаем так. Плюс я возьму, наверное... Так, прочную кожу. А воровство это что? Крадет мод противника. Действует один раз. Мод противника. Это надо. И инстинкт убийцы, наверное, мы с тобой сделаем. Поехали. Так. Блин, тут, ребята, нужно два птерозавра минимум написано. То есть... Нам придется отказаться от одного и взять, например, топиелозавра. Топиелозавра и сделать воровство. Другого я пока не знаю. Варианта, что здесь можно еще предпринять. Так, отвлечение, да? Несокрушимость. То же самое, где-то отвлечение. Ага, несокрушимость. Ну что, приступим. Атакуем. Интересно, что он будет предпринимать здесь. Атаковать в лоб? Нет. Не стал. Тогда мы с тобой возьмем два дополнительных очка действий. О, как. До сих пор ничего не делает, да? Меняем. Меняем. И сделаем, наверное, с тобой следующее.
Вот так вот. Сейчас, скорее всего, нам пропишут здесь по полной программе. Что-то он ничего не делает. Ну что, может, бомбанем тогда уж? Раз, два, три, четыре, пять. И вот так вот я сделаю. Ему крышка. Окей, нормально. Так, сколько же у тебя там очков действий-то сейчас, а? Скопилось, дофигище, да? 6. Атакует. Ну, 2 очка действия, как ты понимаешь, он оставил себе. Себе он оставил 2 очка действия, да? Значит, если мы с тобой пропишем 3. Воу, труба ему дела. Так, и выходит последний. Орнитохейрус. С... да, блокирует мод. 5. Слушай, ему как раз хватит, чтобы нас уничтожить, прикинь. Что, даже 4 хватит? Ну, скорее всего, да. Все, ребята, теперь нам нужно просто его уничтожить. Ну что, попробуем? Пробьем, нет? Должно же хватить, да? Конечно. Конечно, ребята, хватило нам. И все. Здесь мы с тобой победили. Последний, друзья мои, поединок. Если побеждаем, будет круто. Единственное, что сейчас нам придется, наверное, с тобой очень много потратить долларов на откаты. Так, Пиранодон идет первым, потом Арамбургиана и Дарвиноптер. И все это, ну ты сам видишь, очень-очень мощно прокачано. Птеродактиль так дешево стоит на откате. И здесь чисто, ребят, мы должны драться... ну, вот такими вот. Ничего ты с этим не поделаешь. Ну что, живучесть. Это что у нас? При получении смертельного урона существо выживает и сохраняет 1 ОЗ. 1 ОЗ. Я, наверное, возьму прочную... да нет, зачем мне две-то? Прочную кожу. Плюс я возьму живучесть. Даже не так. Даже не так, ребята, сделаем. Здесь мы поставим с тобой... ага. За каждого павшего, да? Вот так. А вот сюда мы поставим с тобой прочную кожу. Ох, щас... блин, а зачем у меня на первом-то прочная кожа-то? Ё-моё. Ладно, уже поздно что-то делать. Устрашение делает. Опа, на соточку мне, прикинь, сразу понизил. Ну ладно. Поехали. Птеранодон мод 2. Атакует. Ну что, как ты понимаешь, ему сейчас крышка будет. Раз. Два. Ну да, тут придется все сливать. Потому что он взял защиту. Так. Арамбургиана. 537 к атаке. Хм. Мы же можем его уничтожить. Причем сразу. Рискну я. Вообще в легкую. Но сейчас он украдет типа мод, который у меня уже и так не работает. Хе-хе-хей. Лопух. Ну что ты сейчас делаешь? Ну естественно он сейчас нас уничтожит. Понятное дело. Но он думает, что это так все ему легко сойдет с рук. Поверь мне, нет. Блин, он похищает мод. Вот засранец. Но ему крышка в любом случае, ребят. Все. Я нас поздравляю с прохождением этого события.
И я надеюсь на то, что мы с тобой здесь довольно хорошо потрудились. Нам дадут легендарную карту. Так, ДНК. Точно нам что-то там... Унайзавр. Если не ошибаюсь, он у нас есть. Где-то сидит. И причем, по-моему, прокачанный даже. Кто там... Ну, давай попробуем сыграть сами. Велосираптор же, да? В плане не успел. Зашибись. Ну. Да ёб просто ты, блин. Неплохо. Так, еще немножечко и все, ребята, и будет пойман. Окей. И последнее, что у нас. Все. Ну что, идеальная поимка. Вот такие, ребят, я послал себе ДНК на поиски. Да что ты будешь делать-то опять? Кто на этот-то раз? Ну а тебе-то чего? Не сидится, а? Что тебе не сидится? Вот объясни. Здорово. Давай следующий. В плане я нажал, блин. Почему не сработал? А здесь-то что не так? Я не пойму прикола, ребят. Все у меня там было замечательно, почему-то не срабатывало. Ну, идеальная поимка все-таки. Все, друзья мои. Здесь у нас награда. Мы ее забрали. Так, еще что-то у нас, подожди. Вот. Кто-то мне сказал по поводу деплотатора. Так, где он у нас спрятан? Давай-ка глянем. Вот он. В наличии, ребята, 380 ДНК у меня. А нужно, как ты видишь, 1500. И тогда мы с тобой, да, действительно сделаем вот такого вот диплозуха. Редкого. Он, наверное, очень мощный. Ох, ё-моё. А, ну это на 40-м уровне, да? Он будет таким зверским. Это ж сколько мне гибридов надо делать. Я в шоке, ребят. Так, кстати, по поводу гибридов. У нас на нундазуха хватит сделать еще вывод? Нет, не хватает. К сожалению, не хватает. Но это пока. Так, дальше идем на схватки. Смотрим, что у нас там еще есть. Схватка редких. Схватка редких. Так, у нас обычная схватка. Но это можно получить. Ну, а так все, в принципе, обычное. Слушай, а мы с тобой паки же открыли, да? Задание по пакам сделали. Принять ПВП, использовать ускорение. Да, это все сделано. Кстати, нам нужно посмотреть, что у нас в инкубаторах созрело. О, тиранозавр мод 2. Готов. У меня есть место, надеюсь, куда тебя поставить? Есть. Новоиспеченный, друзья мои. Новоиспеченный. Но он еще слабенький, потому что он первого, ну, 10 уровня. Без всякой эволюции, поэтому акцент на него не стоит делать. Но все равно пускай будет. Так, по-моему, там еще у нас ихтиостега, да, созрела? Нет, не созрела. Еще 22 часа нужно ждать. Так, а я могу кого-нибудь еще поставить выводиться? Ну-ка, 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 показывайте мне, не стесняйтесь. Да. У инозавра. Пускай выводится, ребят, себе спокойненько. Все легендарные карты, маленькие даже легендарные карточки, они нам пригодятся. Потом все равно их всех надо будет
скрещивать. И, может быть, нам с тобой сделать вот гель Коприона. Активирую. Потому что у меня именно вот этой, ребята, водной стихии мало. Тут-то как у нас эволюция пройдет, нет? Опа, шикандос. Так, помещаем. Итого у нас 20-го. Нам нужно еще, ребята, спинозавры. Твою налево. Сам себе подпортил все. Так, ну давай хотя бы сюда кого-нибудь тогда поставим на улучшение. О, у нас велоцираптор есть, прикинь. Вот и пускай там кочеврижится. Ну что, друзья, я думаю, что нам не стоит идти с вами на обычные драки. Я лучше, наверное, все-таки пойду на дрожь земли. И я хочу именно здесь подраться. Где мы с тобой находимся? В какой лиге? Даже не показали, да? Ладно, начнем с тобой. Возьмем Капразуха, Ютирануса возьмем. И, например, того же самого. Нет. Афекалима. Что-то мне кажется, я немножко, наверное, подрасчитал силенки. Сейчас посмотрим. Твою дивизию. Ты посмотри, а. У него Птеранодон и сразу же как раз под моего Капразуха выходит. Чтоб его. Менять придется, конечно же. А теперь смотрим, что он будет делать. Он тоже, наверное, будет менять. Что-то я не сомневался. Ну что, тогда Ютирану соберем. И бонус. Ну и что ты сделаешь, Гаврюша? Вот он что делает. И атакует. Ну все, парень, тебе крышка. Он же все слил. Да, он всю атаку слил, поэтому давай его прихлопнем как муху. Нет, не все, у него, по-моему, одна защита есть. Нет у него нифига. На тебе, поддых. Ну что же, появляется у нас суперзавр. Как ему хочется меня запинать с одной попытки, а ведь не получится. Так что сейчас будем отбиваться. Или получится. Ну все, это крышка ему. Ютиранус, выходи. Раз-два. Раз-два. В топку. Блин, не хотелось бы, конечно, чтобы против трицератопса у меня дрался Капразух. Что он будет делать? Ты гляди-ка. И ты хочешь сказать, что это не подыграно все? Конечно, подыграно, ребят. 148. Если я ему пропишу все 4, у него плюс 1 на кармане лежит, ведь так? Проверим. Так я и думал. Но, друзья мои, мы победили здесь. Капразух, ты красавчик. Я в тебя почему-то не верил, но ты справился. Ну что ж, друзья мои, сейчас посмотрим, на какой мы лиге находимся и куда мы с тобой перемещаемся. Так, ребят, получаю 20 долларов, но где мы, я так и не успел посмотреть, потому что игра вылетела. Ну, я уже этому не удивляюсь нисколечко. Вылетела и вылетела. Продолжаем с тобой дальше наши битвы. Так, схваточка очередная. Значит, противник тут довольно крепкий, да, идет. Значит, давай сделаем следующим образом. Возьмем эрликозавра. Возьмем спинозавра. И возьму я скафагната. Надеюсь, это будет не слишком слабенько. Опа. Как раз Джесс попадает под эрликозавра. Замечательно. Сейчас мы ему нахлоб... Но здесь у него
Индоминус Рекс. Упс. Он же возьмет его. 100% тебе говорю, что он возьмет именно его. Берем бонус. Он сейчас поменяет, мне кажется. А у меня нет рептилий против Индоминуса. 8 уровня, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, это просто... Еще и атакует. Вот как мне его пробить? 1638. Кто может нормально бомбануть? Спинозавр. Да мы запаримся его пробивать, ребята. Это нереально. Это нереально его пробить. Он гибрида поставил. Ты понимаешь, гибрид сразу же стоит. Твою налево. Как бы я тут ни старался, похоже, ничего у меня не выйдет. ...1638, ну просто пока нереально, ребят, пробить. Он сейчас всего лишь одну атаку сделает. И 2 очка 10 у него останется. Видишь? Если бы это был бы реальный игрок, он бы еще подумал бы, как сходить. А здесь бомбит напропалую. Поехали, тут проигрываем все равно. В любом случае, ребята, тут нам ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Ну, меня только радует одно, ребята. Мы взяли с вами не самых сильных динозавров. Даже тут добить не смог. Твою ж дивизию. Ну все, тут крышка. Всего лишь 103 хп. Видишь, он в конце не одну атаку сделал, а именно все. Все сливает. Жаль, обидно. Ну, главное, что когда мы проигрываем, нас не понижает в лиге. Лига охотников у нас, ребята. Мы с вами в Лиге охотников. Если бы был бы Тоника Лагриус, возможно, мы бы даже его порвали. Ну, или хотя бы Диплотатор. Так, ну что, поехали дальше. Карнораптор. Эйниозавр. И Диплотатор. Ну что, давай смотреть. Кого они нам тут выставят? Ну, правильно, анудагозавра. Естественно, ребята, как только я беру хищников, он сразу берет рептилий. Понимаешь? Сразу же. Если я сейчас возьму эниозавра, он, естественно, поменяет, да? Поэтому берем с тобой диплотатора. И посмотрим, что он тут будет предпринимать. Ничегошеньки не стал делать. Поехали дальше. Так, а вот здесь он может меня ушатать. Здесь сольет все три атаки. Ничего не стал делать. Сколько у тебя? 120. Ну что, бомбанем? Я не знаю, ребят. Раз, два, три. Вот так и вот так сделаем. Так, ему крышка. И выходит спиннораптор. Неужели будет все сливать? Какой-то странный, конечно, чудик. Поехали, я все сливать буду тогда. Так, и ему тоже крышка. И выходит центозавр. Ну
Что ты там шуркаешься-то, а? Что ты шуркаешься? Молодец. Съешь конфетку. Ну что, ты готов? Да не ты. Вот это тот парень. В мясо его порви. Не получилось порвать. Хорошо, ну что ты сделаешь? Утконос несчастный. Пропускаешь ход. Ой, ты какой красавчик. Тогда получи. Отомстили, так сказать, да? Отыгрались. Ну что же, нормально. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше и смотрим, что нам подкинут на этот раз. Так, мы перемещаемся на 18-ю позицию. Это Лига Охотников, ребята. И... еда, понял. Продолжаем. Так, возьму-ка я, наверное, тоника лагрюса одного. Возьмем. Ну, дагозаврика. А, вот у нас унайзавр, он 20 уровня. И возьму, наверное, я скафагната, может быть, взять. Или вон, или канептерикса. Такая довольно неплохая команда у нас получается. Сейчас посмотрим, кто нам выпадет в противники. Анкилозавр, орнитохейрус и тропиогоптер. В принципе, неплохо. Единственное, что травоядников у нас нету против вот этих летунов. Ну, а в остальном, в принципе, все нормуль. На тебе. Ну, дагозавр, конечно, здесь не в тему, если честно. Против птицы он... ну, почти ничто. Меняет. Ох ты, какой жук. Ну чё? Хрустнуть его маленько, да? Или как? Или лучше сделать вот таким вот образом? Все. Сейчас половину здоровья отнимет. Да ладно, ничего не стал делать. Так, я беру вот этого, ребята. Только лишь ради бонусных очков. Соблазн атаковать ему есть, ребята, есть, я вижу. 8. Давай, давай, сливай свои очки, а. Паршивец несчастный. Сливай все, все, что у тебя есть. Ну и что он там тянет-то? Я не понимаю, ребят. Что он там хочет выудить? Он думает, что я буду первым атаковать. Я не буду атаковать первым. Пускай даже не мечтает об этом. Вот, вот и раскололся парень. Сколько он там слил? 5? 5 атаки, да, по-моему? Ой, ладно, поехали. 1, 2, 3, 4. Раз, два. Раз, два. Топку. Выходит орнитохейрус со своими 188 атаками. Ну тогда и тебе тоже, парень, крышка. Что я могу сказать тебе по этому поводу? Хотя, ну да, в принципе. Погнали. До свидания. Так, и выходит анкилозавр. Сколько ему нужно потратить? 2 атаки как минимум. И он все знает. Прям точненько, что ему нужно 2 атаки сделать, а? Ты посмотри. Я сомневаюсь, что он взял все на защиту. Он даже больше взял, чем все. Ну и что ты теперь сделаешь?
Давай, 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 думай, думай, голова. Ничего, да? Тогда до свидания. Вот так вот. Отлично, поборолись. Отлично, мы здесь выиграли. Ну, двигаемся опять же дальше. Опачки, мы с тобой уже в Лиге Хищников. Лучшие 5%. Что нам тут выпадет? $10. Ну, спасибо хоть за это. Так, теперь давай берем. Я не знаю, нужно, не нужно, но возьмем Алмагазавра. Возьмем Тропиогоптера. И возьмем Нондагазавра. Такая вот у меня получается команда. Дракорекс, Аморгозавр и Пахиринозавр. Ну что, сразу с атаки. О, так у него, ребят, все, у него одни травоядники. Одни травоядники. Смотри, у него уже этот есть. Да ладно. Прописываем. То есть он все два бонусных очка вот сюда вот влепил. Это плохо. Че, нас уничтожает, по ходу дела. Да. Нас уничтожили. Ой-ой-ой-ой, 1172 хп у этого хламона, прикинь. Ну что ж, давай поборемся тогда. Че ж делать? Будет у меня Нондагазавр тогда один бороться здесь, получается. Слив. Значит так, 1172, да? 1172. Вот этого будет достаточно. Раз-два, раз-два. Вырубаем этого хламона. Так, и выходит следующий. Пахиринозавр. 940 хп. То есть буквально две атаки, если он пропускает у нас, то, естественно, он погибает. Ну что, муравье, давай. Точнее, не муравье, а муравей. У него лицо как муравья. Я рискую, друзья. Да, отлично. Слушай, ну Нондагазавр мне теперь больше нравится, чем даже тот же самый Диплотатор. Шустренький чувачок. Так, давайте. На какое местечко мы попадем? 86-е. Опа, еще $20. Спасибо. Продолжаем битвы. Ну что, берем Раджастегу. Апатозавра. И Диплотатора. Да, жалко, конечно, что нам, наверное, последний поединок это будет. Больше взять-то некого. Топиалозавр, Сарказух и Терезинозавр, блин. Язык не сломаешь. Ой, у него нету хищников. У него нету хищников, ребята. А это говорит только об одном, что ему крышка. Ну давай ты ходи, ё-моё. Сидит там, что-то дует. Ага, ага. Сарказуха взял. Ну-ка, Диплотатор, выходи. Проверим. Упс. Кажется, нам крышка, ребята. Сейчас проверим. Если он три атаки сделает, ничего не стал делать.
Блин, поменять что ли? Давай поменяем. Или подожди. Бомбану-ка я лучше. Че я буду тут что-то менять? Вырубим, нет? Нет. Ну, тут, скорее всего, да. Он-то пропишет. Ну, давай ты там не шипи уже, зашипел. Все? Доволен? Так, меняем с тобой вот на этого. Раз, два, раз. Вырубили. Ну и топиелозавр. Естественно, он, ребята, взял себе дофигища очков действий. 5. Будет он сейчас все это тратить или же нет? Вот в этом, в принципе, весь вопрос. Меняется? Серьезно? Это же мясо. Для меня это, ребята, кусок мяса ходячего, понимаешь? Смотри. Вот и нету терезинозавра. Ну, топиелозавр будет сейчас отыгрываться по полной программе, да? Сколько ему нужно? Раз, два, три. Три атаки в любом случае нужно потратить. Ну, давай, давай, дед, думай там что-нибудь. Вот. Три он тратит. Единственное, что хватит ли нам забомбить его? Вот в чем вопрос. Раз-два, раз-два. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ты смотри, он все сливает, ребята. Неужели... Да. Вот это неожиданность для меня. Пробил? Что-то я пожадничал взять еще одну защиту. Ладно. Это был последний у нас поединок на арене, друзья мои. Так, нам нужно еще сделать что? Использовать ускорение. Твою налево. Ну что, здесь что ли тратится? А больше тут никак не закончить ускорение. Хотя, подожди-ка, может быть, нам выгоднее вот здесь вот? Ну да, здесь будет, наверное, повыгоднее 74 всего потратить. Пускай продолжает эволюционировать. Так, ну что, мы пошли с тобой драться в канайзойскую эру. Естественно, животные. Раз. Два. Три. Блин, надо кого-то уже тут, я не знаю, браться за животных, прокачивать их, так же, как и за водных. У меня вроде бы много этих дублей. Так, тихо, тихо, что-то мне не нравится вот это весь шипито, что тут выставляет против нас. Он еще и первым ходит. Меняться будет? Давай, атакуй. Все, ему крышка, ребят. Две атаки у нас. Мы его сразу в топку. Этого мегистокуруса. Унитотери выходит. Ну и что ты сделаешь, парень? По-моему, он пропустит ход. Нет. Это ты зря, братишка. Это ты зря сделал. Так, друзья мои, игра вылетела, но почему-то мне присвоили победу. Обычно, когда выходит, да, мы там с тобой продолжаем именно с того момента, где надо драться, а здесь почему-то нету. Ну, ладно, не имеет значения. В общем, мы с тобой там выиграли, судя по всему, и забираем наш ежедневный пак. О, ДНК, $40.
Слушай, нормально мне так надавали ДНК, значит, мне хватит на кого? На нундагозавра, в принципе. На еще одного. Так, где он тут? Блин, нет, не хватит. Не хватит, нам нужно 4600, а у меня 3800. Почему-то я ошибся немножко. Так, в схватках. Интересно, мы можем с тобой сыграть вот, например, здесь, в редких? В принципе, друзья, можно попробовать. Вроде как еще есть у нас тут с тобой порох в пороховницах. Давай-ка попробуем замутить. Так, и возьмем, например, Аланку. Интересно знать, сможем ли мы здесь справиться. Ну, с Гацик-то, конечно, сможем. Правда, он сейчас возьмет хищника, скорее всего. Так точно, он берет, ребята, хищника. А это именно Ютораптор. И атакует. Так, Лимносцелис, выходи. А я возьму, наверное, бонус. Я возьму бонус. Понятное дело, что он меняется. Ну что, мне придется, наверное, сделать следующим образом. Взять Аланку. И вот так. Аланка у меня будет как приманка. Специально для этого Гатсу. Вот, об этом я и говорил. Соответственно, мы с тобой уничтожаем Гатсу. Через сколько там? Две атаки, да, нужно сделать? Раз, два. И делаем следующим образом. Так и вот так. Ну вот и все. Выходит, естественно, Ютораптор. Ну да, 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 уничтожил, молодец. Но теперь Лимносцелис, естественно, будет уничтожать их. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Вот так вот. Ну, извиняйте, не подрасчитал. Угу. Раз, два. Раз, два, раз, два. Гудбай. Так, и выходит следующий Ютораптор. Пять. Все, ему крышка. Ему крышка, друзья. Погнали. Доорался. Будешь знать, как наших обижать. А сколько там поединков? Три или четыре? Я вот не помню. Там довольно много. Твою налево, у меня даже не хватит, наверное. Опять Гатс и опять это. Сколько стоит? Ну они, в принципе, ребят, не очень много стоят. Да, можно, в принципе, подраться. Давай, Лимносцелис, обратно возвращайся. И всегда можно взять еще, ну, кто у нас будет пушечным мясом? Пускай будет. Трицератопс. Пускай лучше будет коллаборинг тогда уж. Нет, 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 даже вот. А вот так вот сделаем, да и фиг с ним, ребята. Бонитозавру не жалко, как говорится, отпускать под мясо. Берем бонус. Естественно, он сейчас будет меняться сразу же. Вряд ли он будет атаковать своим гацей нас. Естественно, как пить дать, как воду глядел, ребят. Ну что, расписываем его, да?
Хотя нет, мы сделаем вот так вот. Ну что, будет тратить он? Хм. Странный парень. Давай глядеть дальше. Так, 2 очка действия он оставил себе, да, получается? 2 очка действия он себе оставил. Как же тут лучше сделать-то? Ну, давай я вот так вот сделаю. Угу. Хотя бы половину здоровья отняли. Это уже плюсик. Одну очку действия, да, он себе оставил? Значит, нам нужно как минимум с собой 2 атаки. Даже 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Так, неужели я прокололся с Гацей? Если он сейчас всю атаку сольет, то да. Но нет, нам везет. Нам везет. Ну что, берем с тобой аргентинозавра. Так, он 4, да, слил? Вот так вот нам нужно сделать. Ну, естественно, Ютараптор нас уничтожит сейчас. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, а дальше уничтожаем его мы. Погнали. Так слишком как-то быстро. Ну вот и победа. Нам еще нужно с тобой 2, да, отыграть, получается. 2 боевки. Ютараптор и 2 Гатса. Так, ну здесь я возьму, наверное, Гуанлун. Наверное, вот так и вот так. Да? Или как? Или лучше нам вот так сделать? Давай посмотрим. То, что у него две гации 39 уровня, это не есть хорошо. Начнем с этого. Ну, естественно, меняться будет. Естественно. Естественно, он захочет Гатса взять. И он возьмет. Еще и бомбанет. Теперь наша очередь выпендриваться. Жаль, мы не убьем, да, его? Ну, покалечим. А, вот как. Блин, да что такое-то? Эх, аргентинозавра, жалко, жалко. Сейчас ты погибнешь. Да. Ну, мы с собой Ютараптора тогда нахлобучим. Или не нахлобучим? Не, в принципе, должны уничтожить его, да? 160 и плюс 80, 240. Да, должны. Ой-ой-ой-ой-ой. Элимнос Целиста, блин, против Гатса. Это не самый лучший вариант. Ёпрасоте. Это вообще трэш. 34... 60 и... Блин, это фигня получается, ребят. Неужели все сливает? Фух. А какой ху? У него 143 атаки, ребята. Тут я, конечно, спекся. По собственной глупости, дурости. И неправильно я расстановку сделал. Небольшую. По приоритетам. Тогда меня это, ребята, зацепило что-то очень сильно. Давай-ка тогда по-другому поговорим. Я не буду здесь тютюкаться с ними, с этими охламонами.
Просто буду всех в разнос пускать. Верно? Конечно, верно. Так, давай этого сразу хламона на помойку. Явился, не запылился, да? Сейчас и тебя шварнем, не волнуйся. Не дергайся, главная птичка, не дергайся. Раз, два. Гудбай. Он что там рассчитывает, что сейчас на этого гадцы 2 очка бонусных возьмет и будет чувствовать себя королем? Нет. Давай-ка я вот так сделаю. 6. Пробьет, интересно, нет? Ну вот и допрыгалась, каркуша. Иди ты отсюда в баню. Прекрасно. Алангазавр не подвел. Ну что, последний поединок. Да, здесь достаточно опять же его взять. Я не то немножко сделал. Вот таким вот образом. Ну что, опять один удар его в топку. Иди отсюда, летун. Нам немножко надо было не так, конечно, делать. Ладно, фиксим. Ох ты, какой смелый, ты посмотри, а? Ты посмотри на него. С горячухи-то, да? Начал горячку печь. Ну вот и гаца. Ну давай. Ну естественно испугался ходить. Естественно испугался. Ну вот, друзья мои, и все. На сегодня все события мы прошли. Не очень, конечно, все гладко получилось, но главное, все выполнили. Ежедневный пак забрали, на аренке повоевали и колесо призов крутанули. Угу, аргентинозавр. Конечно, я бы с удовольствием бы еще хотел подраться на арене, но неким. Элементарно неким. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!